Привет, с вами Людмила Семененко, ваш тренер по стройному образу жизни. Выхожу с вами на связь, чтобы пожелать доброго утра, хорошего настроения, отличного стройного дня и для того, чтобы подкинуть вам идею для ужина. Ну, например, для ужина. Смотрите, вот такой замечательный, легкий, похудательный, по-настоящему похудательный салатик. Потому что, почему похудательный? Потому что тут много овощей, клетчатки, есть белок. И в конце концов он просто вкусный, готовится в мгновение ока. Рассказываю, вареное яйцо, примерно 50-30 граммов морской капусты, ну, такой консервированный, знаете, уже как салаты продаются. Ну, вернее, без ничего, просто морская капуста из баночки. Плюс морковка натертая на миленькой-миленькой терочке, сырая свекла тоже на такой миленькой-миленькой терочке, зеленый лучок и заправлена смесью сметаны и чуть-чуть майонеза для вкуса. Посолить, поперчить по вкусу тоже. И все, элементарно, очень быстро и готов салат. Он очень сытный, очень вкусный и, конечно же, работает еще и как метелка, выметает из вашего организма все лишнее. В общем, если вам срочненько нужно ускорить процесс похудения, 2-3 раза в неделю такой салатик – красота. Пользуйтесь моей стройной фишечкой дня, никогда не сидите на диетах. Фух. Будьте бодры, веселы. Под видео обязательно ставьте лайк и оставайтесь со мной на связи. По ссылочке переходите, цепляйтесь за похудательный буксир. Будем вместе. Стройные и красивые. Поехали.